Для тех, у кого нет огорода, но есть огромное желание разнообразить свое зимнее меню полезными овощами и фруктами, настало самое время, чтобы вооружиться прочными сумками и отложить все дела. Каждую субботу в Бресте проходят традиционные ярмарки по продаже плодово-овощной продукции. Осенние распродажи давно пользуются особой популярностью у брещан, а потому на торговых площадках всегда многолюдно. Немножко затариваемся. А что покупали сегодня? Зачем пришли на ярмарку? Ну, картошечки, морковочки. Вот, подвальчик положим, будем кушать. Запастись стратегическим продуктом на целый сезон. Витамины. Да вот купить всего того, всего и подешевле, и вот помидорочки, и яблочки, и все, что есть. В этом году для продажи сельскохозяйственной продукции были задействованы крупнейшие площадки областного центра. Парковки за рынком Брестский ЦУМ и торговым центром Дидас Персия, автостоянки у здания Белгострах и унитарного предприятия Приграничный сервис. И это только основные пункты реализации, на каждом из которых брещан ждут. Мы выезжаем по 3-4 машины на восток, на центральный возле ЦУМа, здесь вот торгуем возле советской, это самое. Люди очень довольны, представлен все спектр плодово-овощной продукции. Особенно долгожданными будут большие ярмарки. На них обычно представлена не только плодово-овощная продукция. В этих распродажах принимают участие промышленные предприятия города и области, а потому на торговых прилавках появится и продукция мясокомбинатов и заводов по переработке молока. Ежегодные ярмарки-базары – это отличная возможность для берестейцев пополнить свои закрома большими запасами овощей и фруктов по доступным ценам. А отдельные категории граждан могут воспользоваться и еще одним приятным бонусом. Кроме того, будет организована работа так называемого социального такси. Будут работать волонтеры, молодежь, которая будет помогать отдельной категории граждан, таким как пенсионеры, одинокие, пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды. Будет предоставлена возможность доставки продукции на дом. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».